ефіру на телеканалі «Репортер» приєднався журналіст, мій добрий знайомий Денис Кличко. Денис, доброго дня тобі. Я хотів би поспілкуватися з тобою як журналістом, який має тісний зв'язок з нашими німецькими колегами. Ми бачимо реакцію спільноти, реакцію товариства міжнародного. Вона, як правило, адекватна, правильна, законна. Але щодо реакції взагалі Німеччини, є у мене питання. Вони у мене є, тому що я користуюся виключно там своїми джерелами інформації. Десь я прочитав, що Німеччина не досить так готова відмовлятися від імпорту нафтопродуктів і газу з Росії. Газу. А сьогодні прочитав, що Німеччина не досить активно виступає за те, щоб контингенти з воїнів НАТО були на нашій території. Що говорять німецькі колеги стосовно позиції Німеччини в цій війні агресії Росії проти України? Это, конечно, такой вопрос. Во-первых, доброго дня. Это такой вопрос, который по-настоящему сложный, я бы сказал. То есть здесь есть несколько моментов, которые, на мой взгляд, действительно играют очень большую роль. То есть первый момент – это то, что общая реакция Германии на эту войну, на эту агрессию России, она, конечно, немножечко превзошла мои ожидания. И на самом деле это касается и большинства моих немецких коллег. То есть мало кто ожидал, что еще до начала войны Германия все-таки поставит на стоп «Северный поток-2». Мало кто ожидал по-настоящему, что Германия просто напрямую начнет поставлять вооружение Украине. Какого качества это вооружение – это другой вопрос, но тем не менее это действительно было большим сюрпризом, в том числе для меня и в том числе после того, как война уже началась. Я все равно не думал, что это будет выглядеть так. И что касается в какой-то степени вот этой внутренней немецкой политики, то, что Шольц произнесет, канцлер Шольц произнесет вот эту вот речь в Бундестаге и сильно увеличит оборонный бюджет и сильно поменяет вообще оборонную стратегию, это, скажем так, одна часть. Другая часть закровенная, когда это всегда такой последний камень и последняя страна, которую нужно так или иначе преодолеть, прежде чем ввести какие-то санкции, прежде чем договориться, об отключении Свифта, и то в итоге не для всех банков. Это тоже правда, и это мои коллеги в Германии в основном видят под взором все-таки приличной критики. То есть я бы сказал, что, конечно, политика Германии вызывает многих вопросов, в том числе и в самой Германии. Многие считают ее на данный момент, но в это же время, скажем так, есть такой момент, что я даже такой политики, честно говоря, изначально не ожидал. Отже, якщо ми будемо коментувати останні новини, я читав, що Німеччина не підтримує відправку натовців на територію України. Чи може ця позиція буде змінена, як ти вважаєш? Що говорять Німеччина? Я, честно говоря, боюсь, что нет, потому что для Германии это действительно такая красная линия, хотя, честно говоря, я не всегда понимаю, почему, особенно с учетом того, что уже происходит, особенно с учетом того, что, я не знаю, сложно сказать, просто именно с точки зрения правительства я не вижу, что Германия будет каким-либо на данный момент действием в контексте посылки, каких-то миротворческих войск или же темы закрытого неба. Частично ни с этим правительством не вижу, ни с предыдущим правительством Меркель тоже бы не видел. Это, честно говоря, для меня, в принципе, большая проблема. И я просто не совсем понимаю вообще всю логику, где вот это вот работы не только, на самом деле, немецкой политики, но и, к примеру, американской, потому что, честно говоря, мне кажется, что во многих моментах вот этот вот страх перед Россией, страх перед каким-то, ядерным российским вооружением, он сильно преувеличен. И я, честно говоря, всегда говорю, что... И это, честно говоря, тоже позиция. Я сегодня с коллегами довольно много об этом говорил, кстати говоря, я обсуждал, что, в общем-то, я считаю, и многие немецкие коллеги считают, что посылка, 10 тысяч натовских войск в Украину, где-то в декабре или в январе,
вполне могла бы полностью решить этот конфликт до его начала. Мне кажется, что тут реально до сих пор есть какой-то слишком большой страх перед ядерным потенциалом России, и мы понимаем, что есть какой-то там риск, возможно, но я считаю, честно говоря, что он и в политическом Берлине, ну, абсолютно переоценен. И они не имеют, на самом деле, они слишком переоценивают то, на что Путин в итоге реально готов идти. Ми бачимо, що відбуваються мітинги по всіх країнах, і Європи, і не тільки Європи, на підтримку України. Але є моменти, можливо, це якісь не маргінали, збираються під посольствами Російської Федерації і проводять зворотні контрмітинги на підтримку вже Росії. Їх дуже мало, але вони є, і я бачив один з таких саме в Німеччині. Твоя думка щодо цього, що пише німецька преса? Ну, я би сказав, що, звісно, там маргінальних людей вистачає, і, чесно говоря, коли мені даже абстрагируясь от немецкой прессы, когда я читаю просто комментарии у себя в Твиттере, у меня там много немецких подписчиков, потому что, в принципе, это немецкоязычный аккаунт, и там все равно достаточно людей, которые, может быть, где-то и напрямую оправдывают действия России, а может быть и просто очень многие пропагандистские штампы распространяют. Я бы на это большого внимания не обращал, потому что, конечно, я тут прямо должен сказать, поддержка Украины в Германии все-таки на общественном уровне сейчас беспрецедентна. Я не до конца ожидал ее именно в таком виде, но здесь есть определенное «но», о котором я сейчас скажу. Но просто, естественно, когда много десятитысячные, стотысячные митинги выходят на улицах большинства крупных городов Германии с украинскими флагами, это все очень серьезно. И, конечно, тут, мне кажется, тоже очень важно подчеркнуть и действительно очень четко сказать, что все-таки вот 24 февраля 2022 года — это такой пункт, это такая точка, которая очень многое поменяла. То есть абсолютное большинство людей, которые испытывали какие-то симпатии к путинскому режиму, которые испытывали симпатии к тому, что, в принципе, происходит в России, по многим причинам в Германии все-таки, например, левые, они, мне кажется, тоже не до конца понимают, что Россия на самом деле глубоко капиталистическая страна, но просто в контексте вот этого общего противостояния США там были всегда какие-то, симпатии, да, они, естественно, в основном исчезли. Но, которое есть, это то, что, например, вот на днях в Берлине был крупный митинг, большой митинг, который организовывала местная Friedensbewegung, то есть это мирное движение, такая достаточно, не то чтобы организация, но это там много людей, которые, в принципе, выступают за мир. И они не были согласны с тем, чтобы там некоторые украинцы участвовали в этом мероприятии с требованиями о поставке Украины оружия. Это вот один момент, где, мне кажется, что многие люди просто не понимают все-таки в Германии до конца вот ту реальность, которая существует здесь в Украине, не понимают все-таки, насколько эта война, это серьезно, насколько это страшно и насколько это, к сожалению, какими-то простыми ответами, простыми лозунгами не решить. Это один аспект. Второй аспект, конечно, вечная тема, конечно, да, там, националисты, да, и так далее, там, Азов, это то, что в немецких СМИ постоянно встречают, и я, как бы, в целом, конечно, считаю, что все, вещи вообще из разряда праворадикализма и так далее, они, должны так или иначе освещаться, да, и это, конечно, имеет место быть в общей картине, но просто мне кажется, что об этом, как бы, на данный момент скорее следует рассуждать после того, как война закончится. Это не совсем то, что, на чем стоило бы фокусироваться, и, как бы, сколько там, на самом деле, техазовцев воюет сейчас, например, да, но, тем не менее, это достаточно большая тема, за которую многие в Германии цепляются, мне кажется, по причине того, что пытаются многие так или иначе зацепиться, за такие моменты, что, не все так однозначно, это на самом деле действительно потрясающий однозначный конфликт по своей сути, а то, что там с украинской стороны не все люди, которые воюют, святые, это как бы очевидно, потому что иначе быть не может. Я не знаю, вот здесь какого-то реалистичного критического мышления мне в Германии, конечно, не хватает. Ще таке питання. Німеччина дуже боїться енергетичної кризи. Ми бачимо, припустимо, реакцію пана Джонсона, який вже там виходить на діалог з країнами Азії. Як буде себе поводити Німеччина? Німеччина, вона буде тривожитися, що ой, не буде там, можливо, там російських
газу, там, нафти. Позиція пересічних громадян, позиція влади, що тобі? Ну, это, конечно, сложный вопрос, потому что, ну, тот рост цен на бензин, который есть в Германии, например, это то, что, конечно, ну, люди зарегистрировали, это понятно. И, ну, не каждый человек готов чем-то жертвовать из-за того, что где-то что-то происходит, несмотря на то, что Украина рядом. Но мне просто кажется, что я считаю все-таки позицию здесь немецкого правительства слегка трусливой, вот неготовность сразу и полностью отказаться от всех энергопоставок из России, потому что, ну, мы понимаем, что это сложность, это сложно, это имеет определенные негативные факторы в экономическом плане для Германии, но мне кажется, лучшего момента, когда это было бы настолько оправдано и настолько было бы поддержано населением Германии, вот лучшего момента сложно было бы найти. И просто тут вопрос заключается в том, что, я не знаю, Германии, конечно, тоже привыкли к какому-то определенному комфорту, но это сложный момент общественной дискуссии. Я бы сказал сейчас, что, ну, есть в Германии вот один из самых известных сатириков Ян Бёмерман, и он, в принципе, в Твиттере написал, что вот люди, которые переживают по поводу энергоресурсов из России, да, они бы, если бы они были на месте детей из Харькова, которые в подвалах там сидят, профильный министр сейчас Роберт Хабек, он, в принципе, поддерживал Украину, всегда в прошлом году тоже ездил на Донбасс, в том числе, но он выступает за осторожный отход от российских энергоносителей. Но, возможно, здесь все-таки есть какие-то, ну, экономические расчеты, которые прямо совсем против этого говорят. Но мне кажется, что сейчас был бы такой уникальный момент для этого, чтобы все-таки это сделать, и это важно, и это нужно. А ще таке питання, чи відомо тобі, як складається доля людей, які виїжджають з України і шукають якогось порятунку саме в Німеччині? Чи працюють якісь там волонтерські організації німецько-українські? Я знаю, що дуже налагоджений зв'язок з поляками. Ну, це не дивно, це приємно, але далі за Польщею йде Німеччина, і знаю, що мало людей намагаються виїхати туди. Яка позиція Німеччини? Чи це позиція теж така обережна, як би там не вийшло, що буде перенавантаження біженців? Ну, називаємо біженцями, тому що це взагалі юридичною мовою не біженці, але ладно, Господь знає. Яке ставлення, як це все дивиться? Ну, позиція Германії здесь, в принципі, достатньо однозначна, всіх приймають, все нормально. Я прямо по поводу волонтерских инициатив подробную справку дать не могу, но могу только сказать, что огромное количество моих знакомых, огромное количество моих друзей сейчас так или иначе помогает, в том числе коллег. Естественно, наблюдая за ситуацией в Берлине, наблюдая там за ситуацией на главном вокзале в Берлине, там волонтеров сильно не хватает. В первую очередь не хватает волонтеров не в плане того, что люди в принципе, а в плане того, что волонтеров, которые так или иначе владеют русским или украинским языком, с этим есть достаточно большой дефицит. И насколько я наблюдаю, там, конечно, есть моменты, нужно зарегистрироваться. И, конечно, свободных мест уже на сайте, где можно сначала себя внести в электронную очередь, чтобы потом прийти в соответствующее учреждение, да, там их практически нет, и сайт, естественно, тоже постоянно висит, потому что он перегружен совершенно. Цифра, которую я знаю сейчас официально, это то, что 150 тысяч условных беженцев из Украины на данный момент находится в Германии. Я думаю, что эта цифра не соответствует действительности, она скорее гораздо больше. Но вот как и так это выглядит сейчас. Естественно, там есть тоже какие-то свои моменты. Мой коллега рассказывал мне о том, что там есть какой-то тоже уже бизнес с номерками для того, чтобы пораньше, не знаю, там попасть в эту очередь, про которую я говорю, на регистрацию и так далее. То есть всякие такие мелкие бюрократические моменты, которые, мне кажется, в любой стране возникают. Но я считаю, что если вы хотите сейчас уехать в Германию, то это один из лучших адресов, и люди... Ну, солидарность людей просто огромная, и мне сейчас только буквально 30 минут назад мой знакомый из очень маленького города на севере Баварии, на 7 тысяч человек, написал, что они вот как раз-таки вчера приняли у себя 50 беженцев из Украины, то есть все готовы, и действительно ситуация в этом плане очень, очень дружелюбная. Естественно, сложная, но дружелюбная.
Дякую, Денисе. Пропоную періодично звіряти наші годинники, тому що ти завжди тримаєш руку на пульсі життя в Німеччині, не тільки через засоби масової інформації, взагалі це корисно. Ми не завжди отримуємо там інформацію корисну, так, ми користуємося офіційними джерелами інформації, але все ж таки, коли є зв'язки безпосередньо там, це більш достовірно. Ми, як кажуть, в іншій країні за правду, але у нас трохи інша правда. Дякую тобі, завжди радий. Все добре, спасибо.